Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 461. Исследуем. Задание 1. Найдите с помощью перебора все делители числа 6, числа 10 и числа 21. Итак, найдем делители числа 6. Самый маленький делитель – это 1. Следующий делитель – 2. 6 делится на 2. Следующий делитель – 3. 6 делится на 3. И само число – 6. Найдем теперь делители числа 10. Делителями числа 10 самый маленький тоже является 1. 10 делится на 2, на 5 и на само число. Делители 21. Самый маленький делитель 1. 21 делится на 3, 21 делится на 7 и 21 делится на само себя, на 21. У каждого из этих чисел всего 4 делителя. Ответим на второй вопрос. Каким общим свойством обладают все эти числа? Если посмотреть на все эти числа 6, 10, 21 и на подсказку, то можно увидеть, что эти числа раскладываются на два разных простых множителя. И имеют они делителями два простых делителя, кроме единицы и самого себя. Можно указать еще число, обладающее тем же свойством, например, число 35. Оно раскладывается на два простые множителя – 5 и 7. И делителем этого числа являются числа 1, 5, 7, 35 – тоже 4 делителя. Ответим на третий вопрос. Сколько делителей имеет число, равное произведению А и Б, где А и Б – различные простые числа? Можно сделать вывод, посмотрев на все вот эти вот примеры, про которые мы говорили, что такое число имеет 4 делителя. 1 – простой множитель А, простой множитель Б и произведение этих простых множителей, то есть само число. Мы ответили на все вопросы. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.